Сроки на раскачку отпущены. За 15 лет надо экономикой догнать Португалию. Если сильно постараться, то можно и Британию с Францией. Португалию не догнали, но можно хотя бы минимальную зарплату сделать больше, чем у Украины. Чего, блин? Да уж тысячу раз надо подумать перед тем, как спрашивать холопов, хотят ли они как у Украины. Ой, можно подумать, к и сейчас массово зарабечане мои кинутся, учитывая, что въезд и до пандемии проблематичным был. А вот картина реально неприятная, как будто я теперь и Украину должен догонять. Что ж, хотели получить и высокий размер оплаты труда, сокращенно врут. На целый косарь вот этот и щедрый. А ты чё такой недовольный? Да потому что выглядит как издевательство, учитывая, насколько подорожало продуктовая корзина, но вы жалуетесь, мол, бессолиды и едайте. Вот теперь будет на что посолить.